Три дня осталось до проведения республиканского референдума по строительству АЭС. И уже в это воскресенье граждане Казахстана смогут сделать свой выбор. 6 октября избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00. Проголосовать онлайн не получится, но для граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, будет доступно дистанционное голосование, на которое нужно заранее подать заявку. Известный карагандинский общественный активист, помогающий людям с особыми потребностями, Нияз Сундиталиев в раздумьях, каким образом будет голосовать, пригласив избирательную урну домой или поедет на инвалидной коляске на свой избирательный участок. Но общественник точно знает, что 6 октября обязательно примет участие в референдуме и призывает карагандинцев сделать свой выбор. Я считаю, что каждый казахстанец должен прийти 6 октября, проявить свою гражданскую позицию.